Билет на этот поезд стоит 1 евро, и это на расстояние в 80 километров. И давайте посмотрим, что я получаю за эти деньги. Бесплатная бутылочка воды сразу же при входе. Второе – это телевизор и одноразовые наушники к нему, чтобы я могла смотреть фильмы. Обязательно подключение к сети и, конечно же, бесплатный Wi-Fi на всю дорогу. Также в стоимость билета входят напитки. Я, например, в этот раз взяла себе чай с мятой, это абсолютно бесплатно, но можно еще взять латте-макьято, капучино или эспрессо, но здесь уже кому что нравится.